Всем привет! Купил 35-ку небольшую. Вот в таком она состоянии. Крепкая, но довольно-таки бывалая. Так, заделал первый слой отверстия. Это стекловолоконная шпаклевка автомобильная. Вот так вот я это дело все позаклеивал. Свищики отверстия. И еще не зачищал, еще подсыхает. Процесс начался. Так, продолжается работа потихонечку. Пару слойчиков наложил. Внутри еще не начинал. Движемся. Потихонечку. Так, ну, движется к завершению работа. Поставил новые заклепочки на 35-ку. С куполом сильно не заморачивался. Сделал сеточку. И будет. Одной рукой неудобно, потом одену, уже покажу, чтобы не царапать ее, как это все будет выглядеть в оконцовочке. Ну что, приступаю к покраске. Вот что у меня получилось. Сейчас буду одевать сетку и покажу конечный результат. Закончил. Боевой маскировочной сеткой, а в аутентичной тех времен, штурмовик 1935 год.